Сегодня первую репетицию в небе над Москвой провели экипажи авиагруппы, задействованных в воздушной части парада 9 мая. Эскадрилья более 100 машин, 71 основная и 40 запасных взяли курс на столицу с разных аэродромов базирования, в том числе из подмосковной Кубинки. За штурвалом опытные летчики. По сценарию первыми в строю идут вертолеты, за ними следуют истребители, штурмовики, бомбардировщики, а также тяжелые транспортники, в том числе Ан-124 «Руслан», воздушные танкеры Ил-78. Временные интервалы между группами около 20 секунд, высота полета от 150 до 400 метров. Захватывающее зрелище, машины, летящие низко над центром столицы, были хорошо видны с набережных Москвы-реки. Ну а предстоящей ночью пройдет еще одна репетиция с участием пеших расчетов и военной техники. В связи с этим движение на ряде улиц в столице будет ограничено.